День добрый. Сегодня 20 ноября. Black Friday уже начался в Outlet La Roca Village. Конкретно в Michael Kors. Сейчас зайдем, покажем все модели с очень интересными ценами. Кому что понравится, пожалуйста, пишите на WhatsApp. Пойдемте. Самое первое, что нас встречает, это рюкзаки. Женские рюкзаки, там 30x26. Это канва кожа, это кожа. Также есть в черном цвете. Фурнитура золота, это натуральная кожа, повторюсь, все по 129 евро. И есть фурнитура серебро. Также есть в канве. То есть черный цвет, коричневый, бордовый и там в бежевом цвете тоже есть в канве. Дальше. Вот эти модели сумок. По 99 евро. Натуральная кожа. В бордовом цвете есть фурнитура золота. В сером серебро. Эта цепочка легко снимается. Вот снимается и с другой стороны. Ну, то есть, чтобы не украли. Вот она легко снимается. Кому, если вдруг что-то не понравится, да? В таком болотном цвете. И вот в розовом цвете есть без цепочки. Здесь, кстати, есть дополнительный кармаш. Ну и также есть в черном цвете. Причем есть фурнитура серебро, есть фурнитура золота. Все это натуральная кожа, повторюсь. Эта сумочка с другого стенда здесь оказалась, ну тоже покажем. И также в синем цвете есть фурнитура золота и серебро. А вот эта моделька по 99 евро. Канва, это натуральная кожа. Вот это натуральная кожа. В канве также есть в коричневом цвете и в красном. Также вот эти набор. Вот видите, Black Friday Offer. Предложение Черной пятницы по 199 евро. Три в одном. То есть идет вот два таких клатча. Здесь плечевой пояс присоединяется. А вот сам плечевой пояс. Вот здесь шопер. И идет плечевой пояс. То есть он может как к сумке присоединиться к шоперу, так и к этим двум клатчам. И получается кроссбоди. Все цвета представлены. Общим планом. Это тоже предложение. Это финальная цена. Сумок, опять же, кому что надо, пожалуйста, делайте скриншот, присылайте на WhatsApp. Вся информация есть под описанием каждого видеообзора. Наборы. Наборы женские. Шапка, перчатки, шарф по 59 евро. Также есть в черном цвете. А давайте откроем, да, покажем. Но здесь, видите, они присоединены, не открыть их, не вытащить. Ну, то есть, это шапочка. Вот такая наклеечка, вышивка. С такой. Ну все, видите, в сигнализации. И перчатки. Это 59 евро. И шапка, и шарф по 49 евро. То есть было 99, сейчас по 49. Это по 49 евро. Вот в сером цвете. Ну тоже, видите, не достать. Тут все, все на сигнализации. Да, чтобы не украли. Так, кстати, вот такие еще тоже есть. МК с таким глиттером по 59 евро. Чтобы не отсвечивало. Общим планом сумки. Общим планом, повторюсь. Ну вот эти еще давайте. Вот эти модельки по 129 евро. Повторюсь, мы показываем все цены, не скрываем никакие акции. 129 евро эти сумки. Идем к обуви. А нет, мужские рюкзаки. Мужские рюкзаки покажем. Мужские рюкзаки. Вот такие рюкзаки.
по 129 евро. Вот ценник. Натуральная кожа. Стоили 425, сейчас 129 евро. Это именно мужские рюкзаки, натуральная кожа. Синий цвет, темно-синий, черный и коричневый. Как бы, ну, достойный рюкзачок. Тем более по такой цене за натуральную кожу. А, кстати, мужские сумки тоже вот меня просили показать. Есть вот такая сумочка по 99 евро. Стоила 199. Причем такой модели еще даже ни разу не было. Тоже можно как барсеточку носить. Два отделения. Первый раз такая модель. Ну, здесь все по 99 евро получается. В синем цвете. Вот такая сумка в красном цвете. Ну и с той стороны давайте покажем. Вот такая сумка. И в трех цветах есть. Есть в черном, в коричневом и в синем цвете. Все это натуральная кожа. 99 евро. Мужские сумочки. Дорожная сумочка вот такая, с бирочкой, по 169 евро. Рюкзаки по 129 евро, повторюсь. И вот такие рюкзаки тоже заказывали. Кожа Софьяна. Тоже такой компактный. И здесь, смотрите, вот такие рюкзаки уже заказали. Здесь два отделения. Сюда можно ноутбук, мягкая спиночка. И вот здесь тоже получается можно ноутбук, отделение под, ну, под папку, ноутбук. То есть, ну, достойный рюкзак тоже 119 евро. В черном цвете. Это черный цвет натуральной кожи. И в темно-синем цвете. Ну, давайте на себя одену. Так, это то, что касается спецпредложения по скидкам на мужские модели. И сейчас покажем обувь. Тоже есть хорошие цены. Но здесь... Так, кстати, вот такие куртки тоже на скидках по 99 евро. Это Black Friday предложение. Живые. Что так понимаю, двухсторонние они. Они двухсторонние, легко меняются. 99 евро. Пойдемте обувь покажем. Обувь 69 евро. Вот эти все, если не ошибаюсь, по 69 евро. Такие. Да, 69 евро. В конве тоже 69 евро, розовый и коричневый цвет. 69 евро. Так, кроссовки с той стороны. Кстати, вот эти тапочки по 49 евро. Вот наборы по 49 евро. Это вот таких-то они идут наборах, 49 евро. А вот они вживую. Причем есть вот такие, я так понимаю. Коробочки, упаковочки. Два. Арнал, 29? 29 евро, вот только что увидели. 29 евро, вообще у меня рука уже потеет их держать. Очень теплые. А эти 49. Так, в пробку попали опять. Здесь 49 евро в светлом, в черном цвете. Такие тапочки тоже нарядные, тоже теплые. Рука горит. Эти все по 29, скорее всего. Да, смотрите, тоже 29.
И это тоже 29 евро. Сланцы по 19 евро сейчас. Сланцы Michael Kors, но я сомневаюсь, что очень много моделей. Совсем немного. Эти 79 евро. Так, ладно, эти мы показали. Кроссовки. Самое главное, кроссовки. 79 евро. 79 евро. Такая моделька 95 евро. 95 евро. Эти все по 95 евро. Идет здесь замша, я так понимаю. Да, идет замша. 79 евро. Классные кроссовочки. Легкие, очень легкие. 79 евро. Стелька легко вытаскивается. Так, это уже было это из этой серии по 69 евро. И эти... Это синтетика, то есть это не натуральная кожа. 79 евро. И сзади вот еще вот здесь покажем. Вот такие кроссовки. Вот тут вообще тоже очень мягонькие, замша, натуральная кожа, 95 евро. Очень аккуратно, здесь все прострочено. Из этой же серии тоже, я думаю, 95 евро. Да, тоже 95 евро. Тоже нарядные. 95 евро. Так, сможем мы сюда подойти? Нет. И вот такие балеточки были по 49 евро. Арнал, кванто? Тодо. 49 евро, как я говорил, 49 евро. Балетки по 49 евро. Это идет канва, было 99 евро, ну пополам получается. А вот и ценник. А вот и ценник. 49 евро. В черном цвете. €49. И вот такие лоферы. Странно. Одни 95 евро. И эти 65 евро. То есть вот эти по 65 евро идут. €65. Давайте еще в золоте посмотрим. Тоже 65 евро. Но эти тогда 95, да. Эти все по 95 евро. То есть на переднем плане по 65 и по 95 евро. Так, с ценой определились. Какие педальки. 85, но вообще нарядные. Просто блестят. Так, ну что еще показать? Давайте вот такие лодочки. 85 евро. Такие. Так, ценник. 119 евро. Видно, нет? Отсвечивает. 119 евро. Но это не кожа. Здесь у нас есть... А вот натуральная кожа 75 евро. Все натуральная кожа. 75 евро. И вот эти кроссовки по 95 евро. Да, все по 95 евро. Ну, в принципе, все. Все, что могли, показали. Подписываемся на наш канал, ставим лайки и до новых видеообзоров. Всем спасибо, пока.